Доброе утро, меня зовут Валентина Шикунова, и сегодня я готова ответить на очередной видео-вопрос. Доброе утро. Подскажите, пожалуйста, как волосам придать такой объем, который не исчезнет уже через полчаса? Если вы хотите объемную укладку без лаков, без начесов и при этом, чтобы все держалось, вам в этом поможет текстурирующая пудра. Это ваш ключик. Итак, для начала проработаем основную длину волос. Я буду делать это выпрямителем Babyliss от партнера нашей программы. Это сеть магазинов электроники и бытовой техники «Пятый элемент». Ассортимент «Пятого элемента» предлагает множество вариантов подарков для ваших родных и близких. Например, электробритва Philips по специальной стоимости 109 рублей может стать отличным подарком для вашего мужчины к 23 февраля. Радуйте своих родных и близких только самым лучшим! Если у вас короткие волосы, то наносите пудру исключительно на кончики, чтобы задать текстуру стрижки. Теперь разбираем волосы на проборы и начинаем наносить нашу пудру. Максимально равномерно распределяю ее среди прядей. Практически все производители пудры рекомендуют использовать ее не более 2 раз в неделю, иначе она может пересушить кожу головы, а также тщательно мойте голову после ее использования. Теперь взбиваем пудру аккуратненько кончиками пальцев, как бы массирующими движениями. Также пудру можно наносить и на длину волос, особенно если у вас тонкие волосы, это будет очень кстати. И не стоит перебарщивать с этим продуктом, как в принципе со всеми стайлинговыми средствами, потому что больше не значит лучше. Как видите, ничего сложного. Жду ваши видео-вопросы. Присылайте их на электронный ящик программы «Наше утро» или в социальных сетях. Буду рада вам помочь. Хорошего дня!